На моем видеоканале в Ютубе 1504 видео. Следующее 1505. Один из героев этого видео мечтает попасть в Германию. В 1505 году город Мюнхен стал столицей Объединенной Баварии. Вас с праздником, здоровья, чтобы вы так красиво выглядели всегда. Спасибо. Это я не подхалимничаю. Как вы переносите жару в городе? Ну, пытаюсь как-то защитить себя от нее простыми элементарными средствами, как все остальные. А именно? Дома кондиционер. Если есть возможность, остаюсь в помещении в жаркое время суток. Сон. И, конечно, пью много воды. С лимоном? По-разному. А второй вопрос, естественно, если бы у вас была бы возможность поехать на недельку, куда бы вы поехали? За границу. Именно какую? Германия. Deutschlandsoldaten? Я. Я. А какой бы город вы посетили? Пожалуй, Берлин, пожалуй, ну, Мюнхен, Франкфурт на Майне. Ну, крупные города, интересные исторические центры, в принципе. Дрезден. Дрезден обязательно. Это культурный центр, да, это старый культурный центр. Так, здоровья. Я не буду. Я все время говорю, что я встречусь с кем-то в Париже. Я надеюсь, встречусь с вами в Дрездене. Дрездене. Спасибо. Мне первоча. Мы же водим на сцену уже. Это у вас растет другая смена. От 3 до 7 лет уже поют до 8, выходят на сцену, да. Можно задать вам два вопроса? Первый вопрос, как вы переносите жару в городе? Как и все, не очень хорошо. Чем вы спасаетесь? Ну, вчера в первый день включил кондиционер уже дома. Пришла пора. Да. А так, красное сухое вино, разбавленное водой. Кисленько. И добавляется лимон чуть-чуть, да. Я Наташе это рекомендовал. И пить каждые 10 минут, 15-20 минут, даже если не хочешь. Хочешь, не хочешь. Куда вы поехали бы на неделю? Отдохнуть. В Грецию желательно. В Греции все есть. Уйду.